В Астане назвали имя победителя регионального отборочного тура конкурса «Баллада Усы». Им, а точнее ею, стала Малика Смагулова. Ей 13 лет. Теперь Малика вместе с победителями других региональных конкурсов примет участие в борьбе за главный приз – грант на обучение в одной из ведущих музыкальных школ страны, а также запись собственного клипа и его ротацию на телевидении и радио. Готовится к финалу, который пройдет осенью во Дворце мира и согласия, Малике поможет ее наставник, солист группы «Ринго» Данияр Отеген. К слову, в столице в отборочном этапе приняли участие 1875 детей от 7 до 13 лет. Теперь жюри предстоит отобрать еще 7 финалистов из других регионов.